в украинском городе Путивль, по данным местных СМИ, предложено переименовать улицы, названные в честь русских писателей Пушкина, Лермонтова и Чехова в рамках выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. Об этом написал украинский политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook. Упомянутые писатели и поэты жили во времена царизма, который, как известно, был тоталитарным и авторитарным режимом. Поэтому улицы, названные в честь деятелей эпохи Николая I и Николая II, должны быть переименованы. Однозначно. Впрочем, как и улица Тараса Шевченко, который также жил в тоталитарные времена Николая I и частично, за Александра II, написал политолог. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал законы об осуждении коммунистического и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики, о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а также о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в Хаховеке.